Добрый день, уважаемые друзья. Сегодня 27 марта 2016 года, воскресенье. Теннисный центр, республиканский теннисный центр в Минске. Время 13 часов 9 минут. Матч второго круга отборочного этапа турнира второй категории ТЕ. Девушки возрастной категории 14 лет и моложе. Очень интересный матч. На корте номер 4 встречаются российские спортсменки Елена Малых, город Москва, и Алиса Буданова, Санкт-Петербург. Бескомпромиссный матч опытных спортсменок. Пока что в первом сете ведет Елена Малых со счетом 2-1, но на подаче Алиса Буданова. У нее 15-0. Обращаем ваше внимание, уважаемые друзья, что права на комментарии к матчу принадлежат Борису Старикову и запрещены копированию или распространению без письменного его согласия. Жестко играют девушки на четвертом корте. Алиса входит в корт, атакуя горку Елены и выигрывает очко. Елена ошибается. В это время на корте номер 3 продолжается матч между Дианой Лукьяновой России, девушка в голубой футболке, и Ангелиной не хочу ошибаться с произнесением фамилии, девушка в розовом костюме. Ангелина, спортсменка из Беларуси. Приношу сразу извинения слушателям и зрителям за то, что не знаю, как четко правильно произносить фамилию спортсмена.
я на четвертом корте в матче Алисы Буданова Санкт-Петербург и Елены Малых Москва. По гейму в первом сете пока что ведет Елена Малых и Подогор. Я правильно все понимаю. Это на корте номер 4. На корте номер 3 Диана Лукьянова подает на матч. Она идет со счетом 5-2. На корте номер 2. На корте номер 2. На корте номер 2 у нас в матче ведет спортсмен из Беларуси. Александра Добронос. Алина Фалей, Беларусь, уступает пока что в втором сете со счетом 0-3. Первый сет она также уступила. Комбинационный теннис. Девушка. Геймсет матч. На корте номер 3 завершился матч, и в основную сетку попадает Диана Лукьянова, Россия. Ангелина, спортсменка из Беларуси, уступает в этой встрече. В четвертом корте с приема допускает ошибку Алиса Буданова. Правильное решение принимала, пробивала верно, но ошиблась, ну сильно ошиблась, где-то порядка полуметра за боковую линию. Первая не прошла, вторая подача Елены. Безупречная вторая. И девушки начинают жесткий розыгрыш. Безупречная Елена. И добивается успеха в этом гейме. Переход у спортсменок. Один гейм взяла точно Елена. То есть счет как минимум 4. А вот что там дальше, 4-3 или 5-2 в первом сете, мы пока что не знаем. Отсюда не видно. Еще раз, на всех кортах произошла некая пауза, передышка. А на корте номер 2. На корте номер 2 у нас Алина Фалей взяла 2 гейма во втором сете, и счет стал 2-3. Она пока что уступает, но, несмотря на то, что уступает, сейчас подает. А мы смотрим корт номер 4. Четко
играет девушка. Елена Малых безупречную разыгрывает комбинацию. И обратным кроссом с открытой ракетки посылает мяч практически на вылет. Подача Алисы Буданова. Первый мяч не проходит во второй квадрат. Четко играет Елена Малых. Перекладывала по прямой Елена через коридор, но ошибается в сетке. Нужно помнить, что сетка в этом месте выше. Для того, чтобы пробить, нужно придать мячу дополнительное вращение. У Алисы горкой отличается от скока Елена. Вновь горка. Елена опытная спортсменка. Выбрасывает горки в том случае, если она не может сыграть жестко мяч. Продолжается затяжной розыгрыш. Елена играет косо еще косее и ошибается. Очень бескомпромиссная, жесткая борьба двух девушек. И мы понимаем, что всего лишь навсего первый сет. Спортсменки решили подержать мяч горками. Алиса первая решила усилить. Пробивает косой короткий. И завершает атаку. Два удара, острых удара Алисы справа приносит ей очко. Проходит у Алисы первая подача. Проходит у Алисы первая подача. И гей. Счет становится по 4 в первом сете. На подаче Елена Малых. Город Москва. По 4. Не проходит у Лены первый мяч. Вторая безупречная. И Алиса ошибается с приема. Но Алиса била на выигрыш, на вылет. Аут, ну, небольшой аут. Подает Елена Малых. 15-0. Проходит первый мяч. Выбрасывает Лена горку, но ошибается по длине. По 15. Обращаем ваше внимание, друзья, что мы ведем трансляцию как бы сразу с нескольких кортов.
там, где мы не видим, что происходит, я могу отчасти комментировать. В обмене жесткими ударами ошибается Алиса Буданова. 30-15 на подачу Елены Малых. Четко играет Лена защитным ударом, переходит на мягкие такие горки, понимая, что нужно набирать длину и не давать Алисе возможности атаковать. И Елена, опытная Елена, переходит в атаку двумя жесткими ударами, добивается успеха. 40-15 на ее подаче. Вкручивает четко вторым мячом. Алиса двумя жесткими ударами справа добивается очка. Больше пока что на подаче Елены Малых. Город Москва. Проходит у Елены первый мяч. И Алиса с двух рук по прямой простреливает Елену ровно на подаче Елены. Выбрасывает горку Лена и ошибается по длине. Аут был существенный, и в принципе это было, в общем-то, уже слишком очевидно. Продолжается борьба на подаче Елены Малых. Опытная Елена выходит из подачи, отыгрывает мяч аккуратными горками, не давая Алисе возможности атаковать. Перекладывать и добивается вновь успеха. В который раз мы видим уже эти комбинации в исполнении Елены Малых. Пару горок под заднюю, отогнать соперницу подальше и потом потихоньку опустить мяч ниже над сеткой и острой атакой вынудить соперницу ошибиться. Ровно на подаче Елены. Проходит у Елены первый мяч.
жестко играет Алиса. И ошибается. Переходит нарезанный мяч. Но опытная Елена спокойно этот мяч перебрасывает.